time. Друзья, всем привет! С вами Андрей Галтеев, вы смотрите News Time. И прямо сейчас пришло время для самых ярких событий шоу-бизнеса. News Time. Группа «Несчастный случай» отметит 35-летие при поддержке Bridge TV. Выступления состоятся 18 ноября в клубе А2 Green Concert в Санкт-Петербурге и 25 ноября в Крокус Сити Холл в Москве. News Time. Дженнифер Лопес заработала 2 миллиона долларов за 20 минут. Певица выступила на открытии торгового центра в столице Катара. News Time. Дорогие друзья, мы продолжаем. И прямо сейчас сюжет дня. News Time. Bridge TV. С вами группа «Несчастный случай». Легендарная российская группа «Несчастный случай» готовится к большому сольному концерту в Москве. 6 сентября 1983 года два первокурсника Алексей Кортнев и Валдис Пельш познакомились на пробах в студенческий театр МГУ, а уже через неделю создали группу. Для нас, в общем, концерты сначала были спектаклями. И, в общем-то, таковыми и остались. Наше первое выступление. Мы вышли, спели две песни. Нам кричали «бис-бис», а они не знали, что у нас песен больше нет. Вообще, и мы сказали, извините, но это предел. Мы достигли апогея, лучше не будет, и ушли. Благодаря смелым экспериментам группу тепло приняли в России, но в 97 году Валдис Пельш берет академический отпуск. Однако об окончательном уходе из группы речи не шло. Для меня это один путь, для Леши другой путь, для ребят третий путь. И просто мы периодически, ну, ребята это делают постоянно, я как кооптируюсь там раз в год или два раза в год, мы собираемся вместе, что-то делаем. Но уже в конце осени артисты соберутся вместе, чтобы рассказать, что же они имели в виду все эти 35 лет. Возникает ощущение, что все 35 лет группа «Несчастный случай» она морочила голову людям. И это тоже точка зрения, которая имеет право на существование. Но у нас немножко другая точка зрения, поэтому мы честно скажем, что все эти 35 лет мы имели в виду. Вот. А вот это вот откроется 25 ноября. Впрочем, подготовка к такому концерту – процесс нелегкий. Мы в течение лет 15 встречались каждый день на 3-4 часа. Каждый день, без выходных и без отпусков. Что из этого получилось, узнаем 25 ноября на большом сольном концерте группы в столичном Крокус Сити Холл при поддержке Bridge TV. Беги, люби моя, я знаю, это рано ведет к погибели любви. News Time. Дорогие друзья, на этом все. С вами был Андрей Галтеев, вы смотрели News Time. Пока! News Time.